Легенда мирового спорта и однопартиец Валентина Терешкова и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин посетил Рыбинск. Там он участвовал в торжественном открытии обновленного после ремонта Дворца спорта «Полет». С его комплексной реконструкцией партия «Единая Россия» обещала помочь 2,5 года назад, до выборов в областную думу. Получился социальный проект, важный для развития нескольких видов спорта в Рыбинске. Дворец трижды закрывали на реконструкцию. Ее стоимость составила 412 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. В итоге отремонтировали здание, ледовую площадку и помещение спортшколы. И, пожалуй, самая главная секция греко-римской борьбы благодаря проведенному ремонту переехала из старого зала в новый. Александр Карелин побывал в нем, познакомился с юными борцами и пожелал новых побед. Здесь работает 4 тренера, что еще плюсом совместили, что более 120 ребят здесь тренируются. И я понимаю, что Рыбинск теперь не только на карте людей с очевидной историей из города с часто меняющимися названиями. Это еще и город борцов. И я надеюсь, что посредством и руководства города Рыбинска, и посредством власти областной, и, конечно же, усилиями нашего профсоюза борцовского, я имею в виду федерацию, здесь появятся скоро новые поводы для гордости. Для гордости этих ребят, за рыбинских воспитанников, которые, видите, стоят, готовы на все, чтобы достичь самого главного – золотой медали.